утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Ну, если так дело пойдет, Шунечка, мы все эти ребусы будем как орешки щелкать. Только нужно побольше тренироваться. Ну, а мы что делаем? Да-да, Зубок, мы все правильно делаем. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. А давай я тебе экзамен устрою, а? А давай. Слушай внимательно, отвечай быстро. Так. Ночью каждое оконце слабо освещает... Солнце! Ночью солнце! Ой, ну, конечно же, луна! Давай еще. Угу. Под деревом 4 льва, один ушел, осталось 3. Ой. А, правильно, Дим. Здравствуй, Дим. А так и хочется ответить в рифму 2. Да, но только это загадки на внимательность. А я вижу, вы уже физкультурой для ума занимаетесь. Да. Молодцы, похвально. Ну что ж, тогда продолжим наше занятие. Загадки кружатся вокруг, одна другой хитрей. Сумей, попробуй разгадать. Легко сказать, сумей. Но если ум тренировать, смекалку подключить, тогда любую из задач сумеете решить. Вперед! Любую из задач сумеем мы решить. Итак, друзья мои, приступим. Телезрители прислали нам много разных загадок и ребусов, которые, я надеюсь, мы сегодня сможем разгадать. И первый ребус от Жени Колбикова из Москвы. Шунечка, без паники. Зря, что ли, мы тренировались, а? Хорошо. Давай разгадывай. Так, буква М и буква Е. Смотри, как будто взялись за руки, а? Да. Ну и что получилось? А, получилось М и Е. Мие. Вот, вы неправильно разгадали эту часть ребуса. А что тут неправильного, Дим? М и Е. Вот и получается, Мие. Хорошо, подскажу. Вот смотрите, передо мной Шуня и Зубок. Угу. А как еще можно сказать эту же фразу? Шуня с Зубком. Совершенно верно. Ну и что получается из этого примера? С буквы М стоит буква Е. И получается слог СМЕ. Теперь разберемся со словом «танк». Так, если убрать последнюю букву... Да, на это запятая справа указывает. Получаем слог «тан». Так, тан. А про последнюю букву «а» не забыли? Нет, не забыли. Ну и какое же слово зашифровано в этом ребусе? О! Слово «сметана». Сметана. Ну вот, только на первый взгляд ребус кажется сложным, а потом раз и готово, правда? Да, а когда начинаешь думать и разбираться, все потихоньку получается. Ну, только нужно внимание включать. И никогда его не выключать. Абсолютно верно, дорогие мои. Ну что ж, продолжим физкультуру для ума. И следующая у нас будет загадка. Слушайте, кого за ухо каждый день вертит, а он не жалуется? Ее придумала и прислала Надя Ревенкова из города Люберцы Московской области. Итак, повторяю. Кого за ухо каждый день вертит, а он не жалуется. Ой. Да, кто же этот ушастик-то, а? За что бедняжки-то уши крутят? Ну, отгадав загадку, вы поймете. Если честно, то я не сразу догадался, что это. Или кто? Этот предмет неодушевленный и отвечает на вопрос... Что? Что? Так, а где же этого ушастика увидеть можно, а, Дим? Да. Да в любом доме, Зубок. Да? И у нас? И у вас. Ну и загадочка. Дима, а у тебя? Да. А у меня этих ушастиков даже в кармане не один. Так, показывай скорее, что же такое. Ой. Мы сдаемся. Да, приходится сдаваться.
заниматься. Ой, только... Что только? Ну, это же неприлично в чужие карманы заглядывать. Ну, Шунечка, я же вам разрешаю. Поэтому ознакомьтесь с содержимым моего кармана. Так, кошелек. Угу. Носовой платок. Угу. И ключи. Ой, Шунь! Да. Так это же ключ ушастик. Это его за ухо каждый день вертят. И он не жалуется. Он работу свою выполняет. Замок открывает. Да. Как же быстро время пролетело. Физкультура для ума закончена. Дорогие друзья, присылайте нам свои шарады, ребусы и загадки по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, Шишкин лес, физкультура для ума. Или присылайте на сайт радостьмоя.ру. Ну а мы постараемся их разгадать, верно? Да. Верно! До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Всего вам доброго! Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.